Есть только, например, пару личностей, которые хорошо играют на высоком уровне. А так, в основном, намного слабее. Блин, что-то смотрелся. Тип в центр убежал. Пошло дело. Бать, хуёво. Патроны нужны, и давайте еще дальше пойдем. Надо додушить их всех. Бля, я вообще все патроны израсходовал. Тут только осталось. Мне нужно пропитало у этого типа. Все, погнали. Ну, мне двух магазинов хватает. Мне достаточно двух магазинов. Ну что, весь сервак разъебали, ребят? Походу, да. Уже неплохо. Я, кстати, могу объяснить вам, почему они, скажем так, хуёво реагировали, потому что их было трое. Наверное, какая-то дезинфа была у них. GG. Там, походу, просто мискоммуникейшн у них был лютый. В плане того, что они не поняли, где откуда. Да. Ну еще один человек может быть где-то на лабе, да? Надо быть аккуратней. Да, гоу зашьемся. Не-не-не, 9-9. Всего 10, ты 10. Это прям точно могу тебе сказать. То есть, по факту, кроме меня еще один чувак может быть, если это фулл лаба.
Так, ну это плюс мораль, после, знаете, моего сосания длиной в 2-3 рейда. Мы хоть как-то камбэкнулись. Этому больше не наливать. Там, блядь, бот с Сашкой. Это, знаете, самое противное и самое опасное. Что может быть с нами? Пиздец, он меня напугал. Почему у меня патронов было мало? Было бы плохо. Видели, как этот рейдер зарофлил над трупом? Типа, этому больше не наливать. Прикольно, кстати, они добавили. Раньше такого точно не было. Чтоб рейдеры так говорили. А знаешь, почему он выбежал? Потому что у меня мало патронов было. Там боты, они же агрятся на хил. Агрятся, когда у тебя патронов мало. На это тоже. Кажется, это было как раз таки то самое. Так, давайте тогда в жида поиграем. Попробуем залутать всю лаву. По деньгам камбэкнемся. Ну, то, что руку и ногу сломали, они уже давно так орут. А вот, например, вот так вот стебутся над трупами, то есть они там могут и один готов сказать, или что-то типа того, короче. Это не так давно ввели, вроде как. Они еще, бывает, в трупы стреляют, боты. В трупы чувака. То есть вообще какие-то живодеры. Сплик. Вот именно, когда ты шьешься, ты их байтишь. То есть так можно рейдеров байтить на себя. Анимации вот ремонта. Они прям триггер ловят. Если вы не знали, ребят, они же как? Не так давно вроде сделали то, чтобы ты агресса на кепах. То есть, если ты голый, вообще без ничего, то для ботов ты как красная тряпка. Они прям будут до талого за тобой идти. Просто по следам, именно просто на тебя идти. То есть... это против топоров сделали, что ли, такую систему? Фиг знает. А, ну, окей, я просто, скажем так, в офисах стекло разбиваешь. Не, такого я не знаю, Сань, но, скажем так, то, что я для себя понял, уяснил, это то, что они... четко прям агрится, когда ты, например, начинаешь шиться. То есть ты начинаешь ремонтировать конечность. Если недалеко от тебя бот, то он прям просто к тебе пойдет. Тупо на тебя. А вот насчет стекла, если честно, не знаю. Я это не проверял. Может быть, были такие моменты, я просто не замечал. Вот точно сказать я не могу. Рюкзак подогнали. Надо еще, наверное, в эту разгрузку. Сейчас, короче, все укомплектуем по кайфу. Да, у меня давно уже максимальная сила и выносливость. Знаешь, вот многие бывало заходили и говорили то, что, а, блин, ты нас разъебал, или, ну, типа, вот ты побеждаешь, потому что у тебя максимальная там сила и выносливость. Вот.
сагрился, походу. Повезло, ты ж не убил. Пиздец. Откуда? Не понимаю. Там либо ЧВК, либо бот опять же в пизде стоит где-то. Повезло-то, что не на БПшках был. Давайте со стороны кнопки зайдем, посмотрим. Просто красная была открыта, да? Но опять же, мне кажется, это вот тип с валом из красной выбегал. Привет, апостол. Повезло, ребят, то, что у бота не было калаша на ВПшках. Вот это реально повезло. Я бы умер тогда, скорее всего. Москве. Ну, блин, знаешь, сегодня погода такая. Небо вроде как плюс-минус ясненькое, да, с тучами, но солнца нема. И это прям... Эх. Вот бывает, смотришь в окно и заебись. А тут смотришь в окно и... В принципе, ни позитивных, ни негативных эмоций ты не получаешь. Солнца то, что нет, это печально. Да, вчера, да, согласен. Прям мега охуенно было. Вообще, в последнее время погода радует. Больше радует, чем какие-то негативные эмоции приносит. Это хорошо. Все, ребят, пойдем на выход. Чтобы время тут не тратить. Такой хороший рейд, знаете, который камбэкает очень сильно настроение и мораль. Потому что, опять же, в начале стрима два раза читера, либо получитера. Ну, от одного точно софтом отлетел, типа. Второй какой-то странный был. И прям неприятно было. То снег, то дождь. Блин, ну... Мне кажется, должно уже наконец-то потеплеть. Причем конкретно потеплеть. Потому что сейчас пока что чувствуется, как будто это зима, знаете. Так, мы восьмерых убили. Неплохо. Того получается. 11. Ну, это хороший рейд. Это уже лучше, чем ничего.